Всем привет, с вами Фрост. И, короче говоря, я открыл тренды и увидел там много незаконного хайпа на моей бабушке. Сука, меня сейчас тут заживо съедят. Пидорасы крылатые. Знаете, вам удар от вандамчика. И вертушку отсублю. О, сука, по комару. Все, испарились. О чем это я? Ну, особенно очень много низкосортных роликов в стиле «короче говоря». Ну и, короче говоря, я давно присматривался к этому формату, хотел попробовать записать тоже ролик в этом стиле, но как-то у меня не было темы для этого ролика. Ну так вот, я нашел прекрасную тему, и, короче говоря, Грэнни в реальной жизни. Мотор, камера. Короче говоря, я ехал на машине. Увидел телочку на дороге. Подошел познакомиться. Телочка оказалась очень некрасивая. Ну чё, внучок, ко мне поедем? Да не, я время просто хотел узнать, ты сколько. Ты чё ты ломаешься? Поехали! Я очнулся. Чёрт, где я? Что за отстойная кровать? Начал осматриваться. Попытался включить мультики на телевизоре. И этот телевизор тоже не работал. Услышал, как кто-то идет. Попытался спрятаться под кровать. Похоже, я слишком толстый, чтобы убраться под эту кровать. Спрятался за занавеской. Она же старая, все равно меня там не найдет. Ах, пидорас, блядь! Ну ты, сука, блядь! Куда сбежать? Ты, блядь! Куда сбежать? Кажется, бабушка немножко расстроилась. Решил свалить... Получил пшало. Опять очнулся на этой кровати. Что за Халк на пенсии? Как эта старая вообще меня сюда затаскивает? Надо скорее валить отсюда. Кажется, меня заперли. Надо чем-то пошуметь, чтобы бабка пришла и открыла мне дверь. Включил бабушке Киркорова. Все бабушки любят Киркорова. Пидорас кудрявый нахуй, я тебя приискал, блядь. О! Ну ты заткнись, пидорас, блядь. Вот так-то. Ну ты, блядь, еще попоешь мне, пидорас. Кажется, сработало. Подкрался к двери, проводил бабушку. Бабушка наслаждалась своим любимым исполнителем. Хотел заварить себе чаю, но решил, что лучше сначала сбежать. Посмотрел на заварку. Заварки почти не было. Заценил классный ковер. Осмотрел все ящики. Кажется, эта ручка мне пригодится. Спустился вниз. Дверь была закрыта. Захотел поесть. Открыл холодильник. Это же ключ. А я так надеялся на котлетки. Открыл дверь. Кажется, это была искра между нами. Опять я очнулся на этой вонючей кровати. Кажется, здесь воняет. А, это воняет от меня. Все двери были заперты. И тут я вспомнил прекрасный фильм «Ямакаси» и решил попробовать так же. Я побежал прятаться. Забрался в какую-то зачуханную мельницу. Ну, или это что-то похожее на мельницу. Неописуемая вонь. Кажется, это был туалет. Схватил туалетную бумагу и побежал, куда глаза глядят. Нашел дверь. Она оказалась закрытой. Точно, у меня же была ручка. Я видел в кино, как ручкой можно открыть замок.
не получилось. Кажется, это ручка с секретом. Что это вообще такое? Рогатка? Дерево? Пенек? Я стоял и не мог понять, что же это такое, как вдруг меня осенило. Это же береза. Добежал до березы. Отсчитал по 6 шагов. Что здесь? Лопата? Может, хоть здесь будут котлетки? Опа! Это же новый телефон. Она закопала новый телефон. Наверное, бабка просто не смогла его включить. А, нет, это всего лишь ключ. Взял ключ. Побежал использовать ключ. По пути заглянул в теплицу. Стив! Там Стив! Что здесь делает Стив? Точно, так я смогу прикинуться аутистом, и бабка не станет меня бить. Майнкрафт. Кубики, квадратики. Майнкрафт. Кирка. Майнкрафт какой-то. Стив. Стив. Стив в тележке. Получилось. Я открыл дверь. В меня что-то врезалось. Нашел топор. Нарубил бабки дров. Ты руби, руби, внучок. Руби. Да-да-да. Сейчас только я в поленницу отнесу дрова все. Отнес дрова в поленницу. Нашел пистолет. Ты че, сука, удумал? Не подходи! Кажется, я ее подстрелил. Эта тварь сперла мои ключи от машины. Открыл дверь. Сел в машину. И дал по газам. Не знакомьтесь в лесу. Короче говоря, грань времени жизни. Короче говоря, ставь лайк, подписывайся на мой канал, подписывайся на мой инстаграм, зови братьям, пиши комментарии. Как тебе этот формат вообще, короче говоря, норм? Гуд или не гуд вообще? У меня есть идеи для, не скажу чего, в реальной жизни. И также можно туда же сделать, короче говоря, в реальной жизни. Так что ты пиши, чё, как подумаем, пораскинем мозгами, может быть, запишем еще много годных роликов в стиле, короче говоря. Ну ладно, немного, такой странный формат на самом деле. В описании найдешь ссылочки на всю хронологию грани. Здесь ссылочки на годные ролики. В описании еще больше годных ссылочек на годные ролики. Всем удачи, всем пока-пока.